За вклад в развитие русской литературы медаль к юбилею Александра Сергеевича Пушкина вручена поэтессе Лито-Заполярья. На торжественной церемонии в Большом конференц-зале правительства Москвы пушкинские медали были вручены авторам антологии русской поэзии и прозы 2018. Мои стихи как дети без имен, и потому боюсь я их вручать в чужие руки, чтобы в этом мире очень непростом своим тщеславием не обречь на муки. Светлана Коныгина с 9 лет пишет стихи. До настоящего момента поэтессе написано немало произведений, а 3 стихотворения из ее творчества вошли в антологию русской поэзии 2018, которую ежегодно выпускает издательство Российского союза писателей. Авторы произведений, которые изданы в антологии, награждаются пушкинской медалью, а также получают возможность выдвижения на соискание пушкинской премии. Конкурсное жюри очень долго, в течение года, разыскивала авторов, в основном из числа тех авторов, которые печатаются на ресурсах стихи.ру, проза.ру. Значит, потом модераторы отбирали какие-то произведения, которые были по какому-то наполнению культурному, по исполнению, достойны напечататься в таком издании. И после этого, значит, жюри оценивало работы, и те, которые могли быть включены по уровню и наполнению, значит, они были включены в эту антологию. За вклад в российскую литературу Светлана получила медаль к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Церемония прошла в Большом конференц-зале правительства Москвы. Впрочем, на этом Светлана Коныгина не собирается останавливаться. В планах поэтессы издать свой сборник стихотворений. «Ломая ногти о сотни преград, иду я к заветной цели. Чем больше будет замков и оград, тем к победе идти веселее. И как только я снова чего-то добьюсь, вдруг найдется еще причина, чтоб упрямо идти вперед, покорять другую вершину. И неважно, какой она будет, малой, большой или средней, лишь бы только манила меня, а еще не была последней». Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».